продукт Restorate переводится реставрация, регенерация, реставрация, обычным языком обновление. Почему он пьется вечером? Почему витаминно-минеральные комплексы именно в комплексе можно детям только давать? Потому что у нас другие ферментативные системы у взрослых. И нам нужны минералы вечером, чтобы они могли использоваться ночью. Мы ложимся спать, отключается мозг, лучше это сделать до 11 вечера. И включаются процессы детоксикации. Главный орган детоксикации – печень, такая химическая большая лаборатория, и все, что мы в течение дня с собой делали, ели, ходили, думали, нервничали, производит кислотные продукты обмена, и в конце дня кислотно-щелочной баланс, он сдвигается в сторону закисления. И нужны минералы. Ну, из химии помним, да, щелочь, кислота, как антагонисты. Вот чтобы нейтрализовать кислоты, нужны щелочные минералы. Это наши кости, зубы, то есть это наш скелет, волосы, кожа, ногти, то есть все, что мы видим и чувствуем, потому что скелетный столб должен быть столбом, а не гнуться во все стороны. И поэтому минералы мы пьем вечером, чтобы не расходовать свои ресурсы. Вот кто не выпил вечером в Restorate, тот расходует ночью свои. Я думаю, что это не совсем умно, разумно, потому что этих ресурсов должно еще хватить на десятки лет. И поэтому нам нужно обновить эти ресурсы, потому что все ж каждые 90 дней обновляется. Плюс дать минералы для ежедневных вот таких ощелачивающих реакций. В нашем комплексе в Restorate 9 важнейших минералов и витамин D. Почему важен витамин D? Сегодня 95% населения во всем мире страдает дефицитом этого важнейшего витамина. Он нужен не только для плотности костей, хотя многие, да, вот рахит связывают с витамином D, вот ребенка на солнце не выводят, изменяется форма черепа, ножек, то есть искривляются. Это все можно восстановить. Но для взрослых витамин D не только плотность костей, это и гормоны, это и ферменты, это и обменные очень многие процессы. И поэтому, поскольку 95% дефицита, где его взять? Синтезируется под солнцем в коже нашей. С 11 до часу дня каждый день без одежды на солнце. Кто прибывает? Мне кажется, даже когда мы поехали на море, да, до 11, почему 11 час? Это доказанная длина волны, которая спровоцирует синтез витамина D. Если мы в другое время или там закрытые, мы не получаем. Зимой у нас все закрыто, да, и даже мы не совсем северная страна, но у нас повальный дефицит этого витамина. Поэтому важнейший компонент в нашей программе, плюс, я уже говорила, да, плотность костей, плюс хорошие зубы качественные, которыми можно пользоваться много лет, плюс это иммунитет, потому что в нашем продукте 100% содержание цинка, а цинк участвует в выработке иммуноглобулинов, цинк отвечает за защиту слизистых, потому что бактерии и вирусы, они проникают через слизистые. Если снаружи нас защищает кожа, то изнутри вот все наши слизистые, кишечник, желудок, ротовая полость – это кожа наружу. Это защита наша тоже, только изнутри. И все, что попадает к нам через кожу и через слизистые, оно должно иметь свою защиту, наш кожа и слизистые. И как раз витамин С, минерал цинк, он эту защиту выстраивает. Ну и, конечно, юридический комплекс, который все это доводит до клеток. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели видео, которая показывает еще одну ноу-хау компании, это мицелирование продуктов. Вы посмотрите, а потом я прокомментирую. Нет, не показывает. Показывает? А, все, супер. Музыку не слышу, решила, что не показывает. Я прокомментирую. 3 стакана с водой, обычная питьевая вода. Справа от вас первый стакан, куда накапали обычную омегу. Она бывает практически у каждого человека в доме, кто вообще занимается здоровьем. Вы можете капсулу дома надрезать и накапать воду. И вы увидите, что вы никогда ее не растворите. Когда мне говорят, у нас тоже растворяется омега, я говорю, приносите, поменяемся. Я вам дам бесплатно свою. Смешаться с водой и раствориться в воде – это разные вещи. Второй и третий стакан – это наши продукты мицеллированные, хардо и омега.